Калязин вошел в первую пятерку городов Золотого кольца России для поездок на Новый год и Рождество. Наряду с нашим муниципалитетом в рейтинг включены Суздаль, Ярославль, Переславль-Залесский и Сергиев Посад. Калязин – один из самых известных и старейших населенных пунктов Верхневолжья. Первые упоминания поселения на этом месте относятся к XII веку. Около 1468 года здесь побывал Афанасий Никитин, упомянувший город в своих путевых записках «Хождение за три моря». В 1609 году тут была одержана важная победа над польско-литовским войском. Перед войной часть старого города, включая все основные памятники истории и архитектуры, была затоплена при строительстве Угличской ГЭС. С тех пор стоящая посреди воды колокольня Никольского собора является самой популярной у туристов достопримечательностью.